Этим утром в полную боевую готовность приведены подразделения Центрального военного округа. Соответствующее распоряжение отдал верховный главнокомандующий Владимир Путин. Дальнейшие указания последовали от министра обороны. Как заявил Сергей Шойгу, будет задействовано максимальное количество авиации. Уже сегодня войска, в том числе воздушно-десантные, должны выдвинуться на полигоны. Особое внимание уделить оценке готовности авиационных соединений и частей к выполнению задач. Мы должны оценить возможности воздушно-десантных войск по переброске их на большие расстояния и готовности к десантированию на незнакомые полигоны. Добавлю, внезапная проверка боеготовности продлится до 12 сентября.